Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами рассмотрим одну из самых популярных виз. Это виза визитер во Франции. Итак, рассмотрим требования. Виза визитер выдается финансово независимым лицам. На основании этой визы заявитель может легально проживать во Франции, но без права на работу. Для получения данной визы в посольство необходимо предоставить подтверждение, что у вас есть достаточно финансовых средств. Далее документ, подтверждающий наличие адреса проживания во Франции. Это может быть договор купли-продажи, в случае, если недвижимость находится у вас в собственности, или договор аренды на съемное жилье. Также не исключен случай, если у вас есть родственники, друзья в стране, у которых вы собираетесь остановиться. И у них есть собственность и недвижимость. Кроме того, потребуется справка о несудимости, медицинская страховка, паспорт. Далее, после подачи документов вы получаете миграционную визу, на базе которой въезжаете на территорию Франции. Если виза будет выдана на год, то въехать в страну можно в течение 2 месяцев. Далее, по приезду вы по адресу проживания делайте регистрацию, затем вас вызывают на интервью. Получив карту резидента, вы можете продлевать ее каждый год. Первый раз вы продлеваете на базе полученной визы, следующие года продлеваются на базе карты резидента, которая продлевается в префектуре. Нужно будет предоставить те же документы, но самым важным является справка с банка. Спустя 5 лет проживания в стране, если вы сдали тест на знание французского языка на уровень А2, можно подать документы на постоянное место жительства, то есть на 10-летнюю карту резидента. И потом уже вы сможете подавать на гражданство. Друзья, за более подробной информацией обращайтесь к специалистам нашей компании. На этом у меня все. Всем пока.